Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche 911 Turbo S. Ремонт кузова. Машина была разобрана хозяином. Ремонт начну с задней части машины. Менять буду полностью весь зад. На этой машине днище сделано из алюминия, а пороги и задние крылья из стали. Для проварки внутренних усилителей вырезаю окна. Задняя часть удалена. Теперь подготовлю донорский кусок стыковки. Итак, донорский кусок готов к сварке. Теперь подготовлю днище машины.
Ну что, стыкуем. Проверил все зазоры, все good, могу сваривать, свариваю. Для прочности сварочные швы усиливаю еще дополнительным металлом. Итак, пороги и задние крылья проварены. Теперь начинаю склепывать алюминий. Места соединений промазываю кузовным клеем. Заклепки нержавейка 6 мм. Алюминий весь заклепал, некоторые места провариваю. Сварочные швы заливаю оловом.
Днище покрываю грунтом с цинком и затем замазываю герметиком. Задняя часть сделана, теперь приступаю к переду. Здесь тоже будет полностью замена лонжеронов. Передняя часть на 90% сделана из алюминия, поэтому стоит все на заклепках. Там, где металл, буду сверлить. Удаляю лонжероны. Лонжерончики кирдык. Теперь зачищаю остатки герметика и заклепок. Готовлю донорский кусок стыковочки. Итак, стыковки передней части я готов. Промазываю соединение клеем кузовным и приклепываю. А где металл, завариваю. Лонжероны прикручиваю к подрамнику, выставляю по высоте в размер и затем варю, клепаю.
Итак, передняя часть машины приклепана, приварена, приклеена. Швы обрабатываю герметиком. Затем внутреннюю часть я покрашу. Устанавливаю подвеску и все детали переда. Правое крыло имеет трещинку, завариваю ее. Передок собран, теперь соберу заднюю часть. Работа с металлом закончена, и моя работа тоже. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 100 часов.
у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!